Команда юных спортсменов из Южной Осетии примет участие в 5-х юбилейных Всемирных играх соотечественников. Международные соревнования среди детей пройдут в Ханты-Мансийске с 31 мая по 6 июня. Организовала поездку представительство Россотрудничества в Республике Южная Осетия. Ребята будут участвовать в соревнованиях по теннису, плаванию и шахматам. Кроме соревновательного процесса, будет организован конкурс по русскому языку. Большая работа была проведена Комитетом по молодежной политике. Они отобрали среди детей лучших спортсменов, которые достойно представят Южную Осетию. Мы собрали команду, которая едет защищать честь страны на спортивной площадке. Желаю, чтобы только в спорте, только в культуре и только в науке шли соревнования и не было никогда других битв. Президент Анатолий Бибилов встретился с участниками игр. Он отметил, что мероприятие серьезное. В нем принимают участие около 60 стран мира. Глава государства уверен в том, что дети проявят себя ярко, продемонстрируют не только спортивные навыки, но и познакомят представителей других стран с осетинской культурой. Хочу вам пожелать удачи и успех. Там 60 стран участвуют. И, конечно, они тоже готовились, они тоже хотят победить. Но зная ваше стремление к победе, зная, что вы готовились и имеете огромное желание победить, я думаю, что вам это не должно составить большого труда. Успехов ребятам пожелал посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов. Алена Оттаева, Рауль Кочьев, Тамерлан Кустраев. Информационный выпуск сегодня.